Я вас там сейчас сниму. Эти люди препятствуют попаданию в мою квартиру. Мы сами туда не можем зайти. Как мы можем препятствовать, если мы сами туда не заходим? Сейчас они точно спрашивали меня, подписал ли я акт, и сейчас убежали. А что смысл с вами разговаривать? Если вы не вменяемый. Это вы неадекватны. Вы даже не... Какое вы отношение имеете к этой квартире, к моему дому?